Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Сегодня я вам покажу непосредственно способ, скажем, момент, как непосредственно обвязать надужник рыболовной сети. Да, то есть вот такая обвязочка идет. Вы становитесь уже специалистами или уже кто-то стал специалистом, да? Ну, какие-то моменты я покажу, кто не умеет это делать. Да? Вот, натягиваем как бы непосредственно чулок на надушник рыболовной мережи. Ну, кому как нравится это называть. Вентиль, ятерь, верша или еще как-то. В разных районах по-разному называют. Есть довольно-таки интересные даже названия, скажем так, которые как бы в простонародье люди называют по-другому эти вещи. Я по-простому называю мережа, независимо от того, какую форму она имеет. То есть вот таким образом непосредственно, да, не ленясь, спокойно делайте качественную, профессиональную мережу. Урок по обвязке надужника. Да? И вот таким образом. Рад приветствовать тех людей, которые впервые попали на наш канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать новые уведомления о событиях на канале. Вот таким образом. Данную мережу потом предоставлю непосредственно уже обзорное видео сделаю по ней, где будет видно и наглядно. Специально более толстая нитка, должно быть хорошо видно, то кому-то там не видно, делаю не спеша, чтобы смогли успеть посмотреть. И так далее. Все. Рад был всех приветствовать. Спасибо, что заглянули. Хорошего вам вечера или хорошего рабочего дня. Спасибо всем. До новых встреч. Будем продолжать потихонечку что-то делать и чему-то учиться. Чему-то новому я вас обязательно научу. Даже тому, что вы не знали в своей жизни. По этим всяким разнообразным моментам. Спасибо огромное.